чего-то. Наверх сначала. С камня, что ли? Ага, с камня. По идее, тут дозорные какие-нибудь должны быть. Ну, наверное, как раз дозорные побежали, увидели этого, который прибежал. Может быть... Вел их. Второй, это, видимо, как раз тот, который загорелся, потушился. Угу. О, это я сейчас попаду сразу, куда мне надо, наверное. Судя ну, да, по всему. Да. Но, возможно, это не так плохо, потому что внизу там... Внизу домики были какие? Остановку вижу. А, это не остановка даже. Вон там что-то. Что-то, да. А как спуститься? Да вот он-то и дело, как спуститься. Странно. Но должен же быть способ. Ну, он там, мы там залезли, и все. Странно. Ну, нельзя же так делать, ну. Без вариантов получается. Либо, если получится возвращаться оттуда. Должно получиться вернуться, я думаю. Ошибся. Что мне, теперь всю жизнь тут сидеть? Чего я, зря учился? Зачет ты получал? Чего зря? Важное дело, тропу охранять. Чужак не один пришел. Чего думаешь, я ловушки ставлю? Ну, я так и понял. Раз совет собирается, дело серьезное. Кстати, а на входе в лагерь поставил уже? Ну, а как же, первым делом... А в пещере? В какой еще пещере? Что значит в какой? За озерком, по ручью, если. Она к самому лагерю выходит. Ха. Знаю я, куда она выходит. Не успел еще. Тут закончу, потом дальше по тропе поправлю старые. А пещера уже напоследок. Ну смотри, твое дело, конечно. Но если чужаки через пещеру пролезут, будешь неделю в доме учителя сушиться, минимум. Спрячься на всякий, а то он повернется. Я уже достал, честное слово. Я сам знаю, что в какую очередь. Ну-ну. Ага. Вот прицепился, гад. Сидит там, ни черта не делает, выступает только. Умник нашелся. О, за что это мы у тебя забрали? Не трогай. Тук-тук. Мы тут. Мы сдаемся. Вот тут можно спуститься. А можно вон туда пробраться еще дальше, попробовать. И в принципе это будет... А, это вот как раз пещеру нам отметили. Может быть спуститься вот этого... Уложить там рядом с ловушкой, а потом уже подняться и проехаться. А я смогу к нему подойти? Я не знаю. Он ушел уже куда-то. А. Или нет, не ушел. По-моему, ушел, потому что я его не вижу. Что мы там нашли-то? Любимый рюкзачок. Ага. Арбалетные болты могу собирать. Кстати, банки есть. Оружия нет, да, получается? Оружие есть. Нет, я имела в виду нашего старого. А, старого?
Нет, старого нет. О, подожди, оптика 4Х осталась. То есть обвесы, подходящие сюда, остались. Угу. Ну, классно. Ой, даже деталек, смотри, сколько и химии. Ну, ты же собирал все это время. Прикольно. Видимо, все, что ты собрал, как раз сплюсовалось. Угу. Либо вообще полностью вот это все, что ты набрал. Ну, хорошо, давай решать. Там спускаемся или здесь спускаемся? Сложно. Я не знаю. Хотелось бы пройтись вон туда посмотреть, что они там делали. Давай спускаемся вниз тогда. Просто, ну, давай попробуем здесь спуститься, ладно. Тут еще момент, как бы, сможем ли мы потом туда забраться, не проехавшись по канату. Куда мы там спустимся? Ну, мы же сюда всегда можем подняться. На вышку, да. А, ну, вроде да. Ладно. Еще раз просто пройдешь, по домикам проедешься. Я надеюсь. Я тоже надеюсь. Большой у них тут лагерь. Очень сложно предполагать, когда ты наверняка не знаешь. Кто бы знал, вот что пиратам там вернуться нельзя. Что он там за ловушки-то делал? Осторожно. Растяжки или что? Вопрос. Растяжки, колья, все что угодно. Вот, да, растяжки. Прямо на входе растяжка. Это, конечно, не знаю, свои не подорвутся. Или свои как раз приходят вот этой дорогой. Скорее всего. Поверху. То есть поднимаем там лестницу, в принципе. Ну, не знаю. Проведем. Так, подожди, а как я? Я как раз к тому месту иду. Да? Да, да, или да, нет? Да, да. Нет, все нормально. Ты идешь туда, где мужик сидел там, светил. Угу. Мы сверху видели. Ромыч, сейчас у нас на хранение. Ленина копченая. Запас на 5 месяцев. Ну, в общем, запасы. Думаю, пора охотников переключать на другие работы, а то всех оленей перебьют. И сами же потом будут ныть, что ленина надоела. Тоха. Неплохо у них так запасено. Молодцы. Там еще что-то, ага. С ним поговорить можно? Он не агрессивный. Ну, по крайней мере, показывает. Можно попробовать побазарить. Можешь сохраниться и подойти? Я сохранился. Подожди, а как? Ой. Не будешь стрелять? Ну... Раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки бывают и нормальные. Мы пионеры. Убиваем только бандитов. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. И еще грабят. Как бандиты настоящие. Мы не такие, хоть и росли вместе.
Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова переврали. Ну, понятно. Чего хорошего расскажешь? Угу. Вот я бы на месте Артема спросил бы, что там с Алешей вообще. Как не дела? Может, Артем, не может. Чего? Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Угу. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай. Лодка. Я думаю, она очень ограничена, эта лодка. Да. Ну, в том плане, что где-нибудь здесь только дадут поплавать. Не думаю, что нам дадут вернуться обратно. Я все не теряю надежды. А чего ты там забыла-то? Не знаю, мне прям это жалко, если мы что-то пропустим. Мы там документик могли пропустить, но мы же его нашли потом в другом месте. Светить там места какие-то, может быть, с того высокого места. Не знаю. Самое главное — записки. Так, ну, записки заодно во всяких интересных местах. Это пещера у нас получается, да? Да. Но я думаю, что мы через пещеру и пойдем. А лодку, наверное, он тоже подсветил, да? Нам вот этот товарищ, нет? Нет. Понятно. Будет странно ломиться, конечно, через главный вход, если мы знаем, что можно обойти. Но я думаю, что если будет возможность по лагерю у них побродить, то мы побродим. Стой! Стой! Спокойно. Все хорошо. Он же сказал, что не успел тут сделать. Он сказал, старые обновлю. А. Здесь поспать можно, да? Где там эта змея? Шипучка. Да, здесь поспать можно. Здесь можно посидеть и подождать еще раз вечер. Тут еще оружие какое-то. Ага, все забрал. Сколько у нас времени-то? 4:25. Уже светать, в принципе, часов 6-7 начинает, по-моему. Да хватит шипеть там. Да фиг с ней. Пусть шипит. Как думаешь, ждать? О, банки. Банки пригодятся. Сложно сказать, времени сколько там. Может, есть смысл подождать? Давай, наверное, подождем. Чего нам? Лучше мы здесь потеряем несколько минуток. Доброе утро. Туда же? Да. Где эта змея? Шипучка. Ты не пяться так, а то вдруг растяжка еще. Когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет.
Как бы нам этих пиратов потом не пришлось выносить. Они там совсем немножко на этом повернутые, конечно, с бандитами. Да, я думаю, не придется. Здесь можно обойти. Но я бы по домикам, конечно, походил. То есть, получается, Алёша сбежал, да? Ну, получается так, да. Жрут и жрут. А ну тут и все, и тупик. Как думаешь, сколько Витьку в углу стоять? В углу. А я знаю. Ромыч вернется, реши. А что? Да я просто думаю, зря мы его так. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. К тому же его Олька отвлекла. Ну так его и не за обман, а за глупость. Нельзя же так на посту уши развешивать. Хорошо, этот чужак просто ушел. А другой какой, и зарезать его дурака мог. Это да. А куда чужак вообще делся? Витек говорил, в церковь шел. А чего не гонимся за ним? Да он же, в общем, ничего плохого нам и не сделал. Да и погонимся мы, а в лагере кто останется? Прикинь, если хозяин придет. Да, это я не подумал. Вот и Витёк не подумал. А оно видишь как? Так что учись на чужих ошибках. Ну да, понятно. Да и чужаку этому только хуже. Пираты поймают, сразу к дереву приколотят. Кстати, я вот не пойму, чего они учителя не слушают? Он же говорил им в конце, что нельзя всех без разбора убивать. Ну да, но пираты считают, что главнее, что учитель вначале говорил, защищать своих. А что он там под конец сказал, это уже не важно. Это как-то не важно. Ничего себе, это же учитель говорил. Ну да, и если слушать не будут, то и сами в бандитов может превратиться. А пираты еще не превратились, как думаешь? Они же уже не защищают, а тупо убивают и грабят. Может, и превратились. Зря, что ли, вожатый пост со стороны пиратского лагеря поставили. Сильно они борзые стали. Даже сейчас. Вон, слышишь, как разговаривают? Точно как бандиты. Да, жалко, если уже превратились. Сколько их вместе? Вот зараза. Говорил, что всего вместе. Да.
Вот этого можно снять. Глядиной какой ты несет, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. О, какой ты хороший. Видишь, они тоже про бандитов. Ой, про них уже как практически про бандитов говорят. Не, ну нас же просили, говорили, что не тех, не этих. Там уже, если скажут, уже по ходу. Я понимаю, я же к тому, что вот как бы не пришлось этих пиратов потом выносить. Потому что у них немножко это совсем как-то крышку снесло. То есть нас просто могут поставить в такие условия, что у нас, ну, нам ничего не останется больше. Ё-моё, то есть мы можем этот лагерь обойти, но там же можно и внутри походить. Угу. Что а делать? Внизу, ага. Там тубзик. Ага. Вот это хлятина. Ага. А чего тут навалили мясо-то? Да вроде это такое, объедки какие-то, что ли. Вот этого надо выловить. Угу. Рисует там что-ли? Ага, рисует. Художник. Ну да. Диссонанс такой, конечно, наблюдать взрослых, да, людей, которые рассуждают как, ну, как дети, ну не как дети, но с какими-то детскими понятиями о вещах разных. Как научили называется, да? Угу. Странно, я думал, тут можно что-то почитать. О, это же Ашот. Так, не спать. Хозяин тут где-то ходит, мало ли. Вот этого убирать нельзя. Да, барабанщик убирать не будем, понятное дело. Только перестанет долбить, сразу тревогу поднимется. Можно попробовать мимо пройти. Можно попробовать просто посмотреть, что там. Забавно. Ну-ка. Эй, там ой. Что, чужак? Увидели. Проходи, старайся, когда он барабанит. Что давай, давай, работай. Где? Там? А, все, все, выше, выше. А назад не пойдешь лучше-то? А мы... А, нет, точно, мы не здесь были. Мы вот оттуда пришли. Могли бы как раз сюда, по идее. Там кто-то есть. Осторожно. Вот этого можно вырубить. Оп. Вообще мы им тут все защиту убираем, конечно. Ворота я открывать не буду там. Или закрывать, не знаю. В общем, мне кажется, нет смысла. Да нет, не нужно. А, вот сюда бы мы могли.
попасть, понятно. И вот так по краю обойти можно было бы, вообще не трогая их, да? Да. Понятно. И пришли бы мы практически туда же. Ну прямо да, вот. Один в один. Раз. Но это же не наш путь. Пусть сидят. Туда попасть. Может, с другой стороны подход есть. Вот сюда бы. Свинки, я надеюсь, не взволнуются. Хрю-хрю. Мишка, нет, да? Не. Наверное, опасно. А, застрял! Ну что, готовы уже? Что там такое? Сейчас, уже скоро. Ты сюда запрыгнуть можешь? Ну, как там? Да чуть-чуть осталось. А чего вы там делаете-то? Не пойму. А, готовят. Ну вот, видишь, обойти можно. Чего вы там наварили-то? Вот это ты сварил. О, так, я точно забираю. Да. Что вы там едите? Грибы какие-то? Чего из-за пары чужаков такой шум? Делать вообще-то нечего. Да, хорошо получилось. Да, красота. У меня два варианта. Либо что-то торкающее, либо что-то в идеалах детских, что-то сладкое там или... Ну... Вожатый. А чего ты свет-то не выключил? Вожатый. Кто же мне? Фу. Я сам себе вожатый. Вы пьяные, что ли, уже? Сам себе вожатый. Храбрый такой. О, не зря ломился. Небрежное письмо. Тоха, твои охотники отлично поработали. Пора и отдохнуть. Для начала пусть организуют штук 50 хороших бревен. Хозяин в этом году не в духе. Надо укрепить частокол. Ну и мостки тоже. И да, опять пора собирать смолу. А то бутылки кидать все мастера. А скипетр добывать Женька один. В общем, для начала хватит. А там нарежем новый фронт работ. Женька — это алхимик, который... Да, по-моему, это он. Это вроде нормально что-то. Я как-то, конечно. Надо было для интереса просто проверить, что будет, если того с барабанами вырубить. Не, не хочу. Ну, в смысле не хочу? Так же загрузился бы и все. Ну, просто интересно. Ну да, можно было бы, но уже далеко ушли так.
Я так понимаю, это дальше? А здесь, я так понимаю, лодочкой можно было подплыть. Ага, да. Где лодка, интересно, стоит? Хороший вопрос. Но нам наверх. Он стоит в сторонке один, смотри. О, ушел отсюда. Да не, ну а толку? Нам туда не надо, в принципе. Самый сезон, а ты тут торчи. Нам бы наверх подняться где-то, во. Ну я по большей части из-за того, что у них можно какие-то прибамбасы на оружие. Не, ну, я как бы с одной стороны согласен, но с другой стороны... А, он там ножик кидает. Угу. Да нет, там не то чтобы сильно получится. Здесь же я, по-моему, был в этом домике как раз. Нет, не был. А, был же. Да. Нам дальше получается. Выше. Отдыхай. Ой, там на той стороне. Прям вот напротив он там человек стоял. Угу. Осторожно. Вентиль, что ли? Ничего тут охранять. А, это этот. Как его забыл? А, вентиль. Самый сезон, а ты тут торчи. Класс. Сейчас бы еще вот Ашота заменить на... Что? Да фиг знает на что. На что-нибудь. Так, а вот если обернуться вон туда, не пройти, там перилки какие-то вроде были. Туда можно вроде пройти. Я сейчас вот здесь хочу посмотреть. Снизу подняться можно было, смотри. Там еще дверь. Ага. А это просто обойти, понятно. Ух ты! Ой. О, второй явился. Шел бы ты лучше теперь. Как приятель твой сбежал, вам вообще веры нет. Мы думали, он нормальный. Не стрелял, не трусил, девчонок не обижал. Кольки так вежливо обращался, я и слов таких не слышал. Лесного суда ждали. А он, пока я с Олькой разговаривал... А, он в углу сидел. Надо же ей было со своей болтовнёй. Хотя я, конечно, искупаться бы с ней сходил. А он... А меня теперь тут в угол поставили, чтобы ему в той церкви все ноги переломать. И Олька хороша. Тоже ведь виновата, а ее не наказали даже совсем. Ну и ты, значит, иди отсюда, к нему иди. Или стреляй. Сиди тут, сиди. В угол повернись и подглядывай. Разрывные арбалетные болты. Ничего хорошего это не предвещает. Я тебе так скажу. Какой же противный звук. Все, по полной программе скрафтил. Гранату еще можно сделать. Ну, там сам смотри, сколько. Ну, вообще надо, наверное, на всякий случай. Хотя бы парочку, да? Угу.
Я просто все по на этого медведя думаю. Если... Да, 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 я об этом же. Если мы с ним столкнемся, то. Мы с ним столкнемся по-любому, не зря его показали. По-любому, да, согласен. И не зря постоянно вокруг него вот эта вот вся тема. Хозяин, хозяин. Угу. Я просто удивляюсь, что они как бы за столько времени ну, ничего с ним не сделали. Сорганизовались бы. Тоже если вот, он их да, тут да. так третирует. Да, я тоже этим вопросом вот все хожу и задаюсь. Мне кажется, ну, они бы тут всей толпой-то завалили бы его. О, еще смотри арбалеты. На стенах. Угу. О, запись. Какие-то прототипы, что ли. Дети совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Они полностью обеспечивают себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными и людьми. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог, и теперь пора отойти в сторонку. Они уже большие, справятся. Угу. Ну ладно. Пока-пока. Ладно, ты там в угол сядь и сиди. Так. А что у нас тут еще не осмотрено? Все? Вроде все. Там были. Это вот. Куда мы сейчас спустимся? Там были... Нет, я боюсь, на самый свет. Не-не-не, я туда не буду спускаться. Там были, вон там не были. А это нам там вот не сюда. Были. Это нам надо на уровень ниже, короче. Мне, конечно, вот нравятся все-таки вот подобные игры, где можно побродить... исследовать. Если это еще и в стелсе, то вообще шикарно. То есть даже несмотря на то, что тут все выглядит крайне коридорно, вот на этой локации, в остальном все равно. Мне этого вырубать придется. Что стучит-то? От него, что ли, звук завис? Наверное. Да не, возможно, там кто-нибудь дальше еще делает что-то. Чинит его. А, ну может. А, ну... Или еще. Смотри, вот здесь мы можем обойти прям вообще вот это все место. Ага. Но я думаю, надо туда зайти. Мы не будем сейчас слетать, да? Угу. Подумала, что может это там ножи кидают или еще что-то. Потом думаю, нет, быстро очень. Угу. Нет, ты права, это там что-то стучат. Где-то. Мне просто показалось, что это он стучит. Не уйдешь. Не трусить.
Я поняла, что меня еще смущает вот эти детские интонации. Вот эти дё-дё-дё-дё-дё. Ну, я немножко не понимаю, почему они так вот. Ну, видимо, чтобы подчеркнуть это, мне кажется, просто условности такие. Чтобы подчеркнуть, показать зрителю. Ну, да, да, согласен. Игрокам, что вот они... Я просто не уверен, что это в целом вообще в реальности реально, ну, вот, такому обществу развиться. У них же был взрослый, то есть, на которого можно было равняться. Ну, ему же надо было как-то их сорганизовать. То есть, естественно, вот он продвигал этот кодекс. Пусть они там пока. Интересно, куда он пойдет? Или не пойдет? Он же сказал, что он сейчас куда-то пойдет. Ничего тут не было. Да нет, ты же смотрел. Да я эти открытки смотрю. А, я уже про них опять забыла. Я думаю, мы пропустили все. Мы, по-моему, открытки-то ни одной не нашли, да, здесь? Одну? Была одна, да. Ну, представь, сколько мы пропустили уже. Вот в этом лагере обязательно должно быть. Да. Можно, наверное, его вырубить теперь. Можно. Он красненький, да? Да. Я просто думаю, тут наверняка что-то есть. А это тоже красненький? Да. Ребята, вы извините. Просто очень надо. Фиг поймешь. Они еще все эти записки, конечно, то, что вот лежат такие дневнички. Все одно, все одинаковое. Ты этого не облутал. На полу. Ага. Угу. Револьвер. Не, револьвер не нужен, я думаю. Может, какой-нибудь бульдог еще найдем? Это было бы идеально. А, вот кто стучит. Один? Один. Вроде один. Какая-то интересная комнатка. Что-то было же вроде, нет? А, свет. Ну ладно. Дверь сломали. Это, наверное, там, где охраняли этого Алёшу, что ли? Да, вот я тоже хотел сказать, это не тут ли? Да нет, ну, стол такой просто праздничный какой-то. Uh-huh. Романтический даже, я бы сказал. Светает уже. Свет.
Там пошел кто-то. А, это ворону, что ли, учат разговаривать? Похоже. Он вроде пошел мяч гонять, нет? Да не пошел он. Он там. Ага. Ну, видимо, тоже вырубать. Или мимо проходить. Не вижу, есть там чего, нет? У него оружие какое-то интересное, не пойму. Ну говори уже! Вентиль, что ли? Ну вырубай, да. Кто там? Сейчас. Так Простоквашино отсылка. Ну давай, говори, каракатица, кто там? Видимо, не будет изменений. А, во. Ну. Ну давай, скажи, кто там? Кто там? Отстань от птицы уже, ну. О! Молодец. Разработчики молодцы. Ну да, это вентиль. А, принес тут... заметку про вашего мальчика. Тут мы можем дальше. А вот. Так и все получается тут. Мы могли тут внизу еще пройти немножко дальше, по-моему. Ну давай. Вон, видишь, куда там проход идет. Ага. Причем там еще вопросик где-то рядом светился. Может быть, это как раз он. Да нет, тут тупик. Вопросик, наверное, где-нибудь вон там. А как туда обойти? А нет, подожди, вопросик вон там. Вон там. Сюда-то никак не попасть вроде. Да, никак. Возможно, тут где-то лодку можно. Ну, лодку-то можно найти, мы же даже об этом говорили. Ой, ничего не видно. Вон она. Нет, не она. Не, ну я за лодкой уже не пойду обратно. Ну, вот здесь явно что-то было. Мне кажется. Как выше забраться? А, да нет, там просто. Мне что-то так смешно стало. Я прям вот представила, как там тот, кто ворону озвучивал, смеялся. Кто там? Опа. Ну и что, зачем я сюда залез? Да? На скалы, может, можно на какие-то боковые залезть? Не. Сюда уже нельзя. Но там вопросик. Ты, кстати, вот пока наверху, ты не забывай бинокль. Ну тут... Вставать. Бинокль. Ну, я имела в виду, с той стороны, вот, допустим, тут был. Вот как раз остров проверить можешь. Здесь вопросик, я так понимаю, дальше там. То есть, а мы как мы туда попадем? Как-то в обход, видимо. Здесь по прямой-то не попадешь, не залезешь.
Там дальше пираты, я так понимаю, да? Ну, ладно, пойдем. Ой. Ой. А ой. Можно не будем? Да, чтоб ай. Тебя. Трень. Шипучка.